Половина хирургического корпуса второй городской, а это более 6000 квадратных метров, сегодня одна большая стройка. Главврач больницы вместе с подрядчиком контролирует все этапы. Это случай, когда нужно сделать все качественно и быстро, ведь пациентов вторая городская принимает в обычном режиме. На площадке на сегодняшний день находится более 100 человек людей. Организовываем работу в полноценных две смены, дабы совместить и технологические потоки и не сильно ущемлять комфорт больных пациентов, которые здесь находятся, ну и выполнять те задачи, которые перед нами стоят. Часть отделений стационара работает в несколько стесненных условиях, но это все временно. К примеру, половину отделения гинекологии сдадут уже в июле, вторую половину – в сентябре. Пришлось несколько ужаться, увеличилось количество женщин в палатах, и некоторые женщины находятся в коридоре. Но мы надеемся, что через 4 месяца мы переедем в самое оснащенное, самое современное отделение Белгородской области. Ко всем временным неудобствам большинство пациентов относятся с пониманием. Особенно будущие мамы, наблюдение за которыми в стационаре – порой вопрос не одного месяца. Мы прекрасно понимаем, что от этого квалификация и отношение персонала абсолютно не меняется. Наоборот, они относятся более терпеливо, потому что прекрасно понимают, что и есть определенные неудобства. Но мы готовы ждать, мы готовы это все потерпеть для того, чтобы было в дальнейшем лучше, комфортнее и удобнее. Такие палаты в середине коридора – издержки старой планировки. В новой от них решено отказаться. Здесь конкретно, да, в центре. Раньше были палаты, здесь находилось порядка 6 пациентов. Это были темные палаты, не имеющие естественного освещения, ну, собственно говоря, не вентилируемые, без санузлов. На сегодняшний день мы пересмотрели технологию в каждом отделении. Все комнаты, которые вспомогательные, уйдут в центр, так называемый, в темную зону, а светлые комнаты освобождаются под палаты. В каждой будет не более 4 человек. Функциональные секционные кровати, свой санузел и душ. Главный критерий всех перемен – комфорт и эмоциональное состояние пациентов, что бесспорно способствует выздоровлению. Подумают и о медиках. Их рабочие места обустроят с учетом принципов бережливого производства. Мы видим, как относятся сегодня к своим рабочим местам специалисты на Западе, что это практически второй дом. Да? И также на сегодняшний день здесь мы сделаем максимально комфортные условия для нахождения специалистов. Это и врачи, это и средний, и младший медицинский персонал. Площади хирургического корпуса максимально оптимизированы, что позволяет в полтора раза увеличить коечный фонд и открыть новые перспективы. Сегодня мы убираем и уже практически закончили на месте административно-хозяйственного блока реанимацию номер один, которая расположилась на первом этаже. Сегодня со второго этажа ушла вся тяжелая диагностика на первый этаж вместо физиотерапии, которая долгое время практически не работала. И мы освободили порядка 4000 квадратных метров. И на втором этаже у нас также будет развернуто и нейрохирургическое отделение. Все это – главные составляющие одного грандиозного проекта – больницы скорой помощи. В его реализацию будет вложено порядка 1,5 миллиарда рублей. Открытие переформатированного медучреждения запланировано на начало 2019 года. Наталья Войтенко, Евгений Кравцовский. Программа «Такой день» на Мире Белогорья. Половина хирургического корпуса второй городской, а это более 6000 квадратных метров, сегодня одна большая стройка. Главврач больницы вместе с подрядчиком контролирует все этапы. Это случай, когда нужно сделать все качественно и быстро, ведь пациентов вторая городская принимает в обычном режиме. На площадке на сегодняшний день находится более 100 человек людей. Организовываем работу в полноценных две смены, дабы совместить и технологические потоки и не сильно ущемлять комфорт больных пациентов, которые здесь находятся, ну и выполнять те задачи, которые перед нами стоят. Часть отделений стационара работает в несколько стесненных условиях, но это все временно. К примеру, половину отделения гинекологии сдадут уже в июле, вторую половину – в сентябре. Пришлось несколько ужаться, увеличилось количество женщин в палатах, и некоторые женщины находятся в коридоре. Но мы надеемся, что через 4 месяца мы переедем в самое оснащенное, самое современное отделение Белгородской области. Ко всем временным неудобствам большинство пациентов относятся с пониманием.
Особенно будущие мамы, наблюдение за которыми в стационаре – порой вопрос не одного месяца. Мы прекрасно понимаем, что от этого квалификация и отношение персонала абсолютно не меняется. Наоборот, они относятся более терпеливо, потому что прекрасно понимают, что и есть определенные неудобства. Но мы готовы ждать, мы готовы это все потерпеть для того, чтобы было в дальнейшем лучше, комфортнее и удобнее. Такие палаты в середине коридора – издержки старой планировки. В новой от них решено отказаться. Здесь конкретно, да, в центре. Раньше были палаты, здесь находилось порядка 6 пациентов. Это были темные палаты, не имеющие естественного освещения, ну, собственно говоря, не вентилируемые, без санузлов. На сегодняшний день мы пересмотрели технологию в каждом отделении. Все комнаты, которые вспомогательные, уйдут в центр, так называемый, в темную зону, а светлые комнаты освобождаются под палаты. В каждой будет не более 4 человек. Функциональные секционные кровати, свой санузел и душ. Главный критерий всех перемен – комфорт и эмоциональное состояние пациентов, что бесспорно способствует выздоровлению. Подумают и о медиках. Их рабочие места обустроят с учетом принципов бережливого производства. Мы видим, как относятся сегодня к своим рабочим местам специалисты на Западе, что это практически второй дом. Да? И также на сегодняшний день здесь мы сделаем максимально комфортные условия для нахождения специалистов. Это и врачи, это и средний, и младший медицинский персонал. Площади хирургического корпуса максимально оптимизированы, что позволяет в 1,5 раза увеличить коечный фонд и открыть новые перспективы. Сегодня мы убираем и уже практически закончили на месте административно-хозяйственного блока реанимацию номер 1, которая расположилась на 1-м этаже. Сегодня со 2-го этажа ушла вся тяжелая диагностика на 1-й этаж вместо физиотерапии, которая долгое время практически не работала. И мы освободили порядка 4000 квадратных метров. И на 2-м этаже у нас также будет развернуто и нейрохирургическое отделение. Все это – главные составляющие одного грандиозного проекта – больницы скорой помощи. В его реализацию будет вложено порядка 1,5 миллиарда рублей. Открытие переформатированного медучреждения запланировано на начало 2019 года. Наталья Войтенко, Евгений Кравцовский. Программа «Такой день» на Мире Белогорья.